надел мне тогда вот. Стер я чар своего, в реальность вернулся. Эх, хорошо. Зима, природа. Только вот все мне про Вов напоминает. А то графика-то получше. А физика реальная. Жаль, ружья нет. Кто бы сейчас выбил епик из этих собачек. Прошло время. Где-то настала речка, птички поют. Лягушки квакают. Красота. Все просто здорово. Но чего-то все равно мне не хватает. В один прекрасный день жизнь стала для меня какой-то серой, неприятной что ли. Совсем плохо стало. Вспоминать я стал. Да, смотри. Нет, не могу я жить без Варкрафта. Не пускает он меня возвращаться. Дело есть одно важное. Нашим первым заданием годами было уничтожение гильдии Фонд. Эта гильдия состояла из новичков и неудачных. Как тогда я подумал, но я ошибался. В этой гильдии была очень дружеская обстановка. Слишком дружественная. Все в гильдии шло чересчур хорошо, пока я не нашел к ним подход. Паучок Шопик, которого я приучил в Слитусе. Паук был проклят кланом Твайла. Было поверье, что коллектив, которым будет выгнан этот паук, распадется в тот же день. А многие из этого коллектива забьют на Warcraft на веки вечные. Так, следующий по списку у меня шла гильдия Фиксет. Элитный коллектив. Эту гильдию так просто не разрушишь. Но через пару недель какой-то умный хантер развалил эту гильдию раньше меня. Контестед Пауэрплей гильдия. Если бы не мои лазунчики, я бы так и не смог проникнуть в эту гильдию. С этой гильдией оказалось все намного проще, чем я думал. Проклятие паучка Жопика снова меня спасло. Было просто смешно. А потом я вернулся в Бенегате. А теперь у меня большие планы насчет гильдии. Ватат? Что за ватат? Вот теперь другое дело. Гильдия Ванта. Лучшая гильдия Варсинга. А теперь Стоунмаула. Скоро и для нее наступит ее последний час. Час, когда она не сможет собраться. Даже в Дедмайнс.
план был совсем простой, но эффективный. А самое главное, без фанатизма. Я сварил партию фласок титанов с добавлением экзотических реагентов, таких как пот скорпиона, экстракт драконьей злости и порошок с дезенчанта энчанта из ЗГ. Фласки имели прямо-таки волшебные свойства. Весь сюрприз был в неожиданном эффекте. Затем мне пришлось вытащить из тюрьмы Рогу, который мог проникнуть в банк квантадом и поменять фласки. Рога, скрывающийся под кодовым именем Вегета, был успешно засамонен в Силитус. И затем сделал свое дело, чтобы мы сделали наше дело. Фласки оказали удивительное воздействие на Вантадов. Кое-кто превратился в глупого огра, кто-то стал лягушкой, а кое-кто поросенком. Лучшим другом слабняка, кстати сказать. Пока Вантады парились со своими проблемами, была организована новая гильдия «Наше дело» в переводе «Коза Ностра». После сложных 8-часовых рейдов, глубоко за полночь, все собирались маленькими группами и отправлялись на фарм. В крайний случай, если уж совсем не было народу, можно было одному пойти гангать Орду. Особенно хорошо это получалось под действием фласки титанов, которая осталась после рейда. Была уже не та гильда, которая вайпается на Нефарионе и играет в Half-Life 2 в Вавке на Follow. Кстати, о Нефарионе. Последний раз, когда мы его убивали, у меня сломался лук. И его негде было починить. Поэтому я чил всех бинтиками, лечив таким образом целых 44 тысячи жизней.
гильдии всегда было много желающих попасть в рейд, поэтому места всех не хватало. А почему меня в рейд не берут? Мест нет. Ну а почему других взяли тогда? Ты видел, что написали? Мы берем только хорошо одетых и опытных игроков, а ты вообще косячишь. Он мультишотами по твинам стрелял. Да ладно, это был всего один раз. А столько фласок сделал, а вот те раз даже в рейд не взяли. Старался как мог. Спасибо. Я тебе потом кодом на почту тир 3 выклю. Не нравится, можешь идти. У нас сейчас полно хантов, которые хотят играть и могут. Да, и это все, что после того, как я сделал. Да я играю больше, чем некоторые, на все рейды хожу. Даже на вайп. Ты больше не нужен. До сих пор не понял? Все, мне надо идти, не хочу рейды держать. Стоп, это еще не конец. Я вернулся, меня только что резнули, так что сейчас будет продолжение. И вообще, твинки рулят. Когда я пришел в себя, сразу двинулся к тем самым деревьям, которые дают хантерский эпический квест на лук и колчан. Это были не просто деревья, как некоторые могли подумать, это были особенные деревья. Именно они дали мне тот самый квест на разрушение гильдии. Пришел извиняться! И каким ты чудом остался жив? Ну и каким будет твое последнее слово? Что? Ах вы! Это вы все подстроили! Весь этот план с развалом гильдии был для того, чтобы осталась всего одна нормальная гильда Вантон? Ха! Твой Вантон! Потрясающий план! Даже не представляешь, как он тебе приделал сделал! Благодаря разрушенным гильдиям! Лучших. Так вы заодно с Вантузами? Молчать! Не перебивай старше! Все лучшие игроки, все спальши, все гильдии собрались в Вантон. В том числе и с твоими небедями. Итак, ты уже, наверное, сам понял, наша гильда будет больше гильда. И в конце концов, весь мир будет у нашего Вантона. Мировое господство. Очень смешно. Под столом. Я смеюсь. Вовсе нет. Люди, вступившие в нашу группу, со временем перестают собой управлять. Они играют вов сутками, часами, забыв про все остальное. Они забивают на реальность. Просиживают в игре всю свою жизнь. А также они отвлекают вокруг своих друзей, родственников. И скоро, очень скоро, на всех серверах будет гильдия Вантон. Будет много гильдии Вантон. Для новичков. И для профессионалов. Все они будут играть в вов сутками.
нашей властью. И они будут делать все, что скажем мы. Абсолютно все. Ради успеха в игре они сделают все то, что мы предкажем им. Будет нужен гол, они его купят. Не будет денег на гол. Ну что ж, они кого-нибудь убьют, получат деньги, а потом купят гол. А если... Вася, ладно, нельзя будет убить, пока ты не стал президентом. Тот человек станет президентом. Нас поглотила матрица! Искусственный интеллект Близов нас всех убьет! Что делать? Что делать? Вам не остановить меня! Я больше не буду выполнять никаких ваших приказов! Я остановлю вас! Беги, Рэп! Уже слишком поздно! Ты не сможешь ничего сделать! Ты не сможешь это остановить! Все, надоели, отключаю звук нафиг! Теперь вот в рейде. Пожалуйста, можно над мобами поприкалываться. Thank you.
Мой знакомый хакер с удовольствием согласился мне помочь. Он сказал, что спасать мир — это его обычная работа. Оставалось только ждать, пока он взломает сервер и сотрет там все ненужное. Ждал я, ждал и дождался инвайтов на Хромас. Я жук украл. Паука. Я его снимаю. Сняли. Паука, паука, уводим туда, уводим паука. Присты тоже давайте ДПС. Деус, не так близко. Не за. Я. Ну, поздравляю. Ну, убиваем, убиваем до последнего, убиваем. Да. Есть. Супер. Ребят, я вас обожаю. Возникла маленькая проблема. Хоть хакер смог получить доступ к серверам, менять или стереть что-то там, он был не в силах. Нужно было перегрузить программу сервер, чтобы вывести ее из строя. Тогда можно было заменить EXE-шник на вирус, который сотрет злой искусственный интеллект сервера. Где-то на форуме я прочитал, что если одновременно кликнуть на портал, тогда сервер повиснет. Я просил гильдию создать портал и кликнуть сразу в десятером, но все были заняты. А время-то не ждало, хакеры раскрыли и поймали. Что тут сказать? Жадность убила всех. Настало время чина фарма на стол. Епики, епики, епики! Это все, что заставляло людей проходить инста и тратить время на игру. Что ж, все довольно хитро придумано было, не так ли? Но пока есть люди, которые продолжают сражаться против Цитуна и помнят, что играют другими живыми людьми, которые существуют где-то там, далеко по ту сторону провода, все будет хорошо. У всех будет своя цель, свое дело, свое место в жизни. И вместе мы всего добьемся, сделаем наше дело. Вовнутрь заходим. Мобов все. Убиваем. Там. Убиваем сразу мобов. О, уводите сразу. Они резко. В комнату, в другой угол уводи. Увел. Уводи, вообще нет, не так. После, все, набирает. Никто не дамажит ее, никто не трогает, все. Надо в душу. Ближе к стене ее, санитар, ближе, ближе, отводи. Я не могу, встань. Все назад. Легким какой-то. Как только душим корову, сразу открываем портал ВЭФ и уходим. Сфоткаем? Можно. Только сфоткаем сейчас, для начала. Окей. Брайт сорвало, бро. Закидываем. Быстро фотки, быстро, быстро, быстро. Пошел, давайте. Он перед нами. Портал открываем. Сзади новый двор. А открываю уже. Бафайте во время вызова портал. We'll be right back.
Ханты, не вешайте стинги. Так, тут выпал ништяк. Так, подождите, сейчас я пойду схожу. Так, ДКП! Держи его! Ниндзя! Так, ханты, вам говорили стинги не вешать? Кто на ордынке повесил два стинга, а? Так, значит, тактика на этом босса. Ханты, стинги не вешать, дамаг аккуратный, первые 25%, без особых обилок. Все, поехали. Пета танкует. Поехали. Так, алло, Пета, доставай. Так, алло, отведи его, отведи в сторону, в другую, отверни его. Кто опять повесил стинги? Кто опять ханты повесил две стинги? Черт вас. О, тут выпал ништяк. Так, подождите, сейчас я пойду посмотрю ДКП. Подожди, стой! Ниндзя! Минус ДКП. В чем дело? Лови два. Перекрывай ему дорогу, перекрывай ему дерево, перси. Давай, лови, лови, лови. Поймали. Отдавай, ништяк. В общем, что я тебе должен сказать? Посмотрел я твой фильм. Да, я, конечно, ожидал большего. Автор, ты знаешь, один вариант. Выпей яду и больше не снимай.
Отец, отправляйся один.